Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Злой Слон и Драйвер 51 Рус. Всем привет. Погоним мы тушите свет Far Cry 3. Продолжим мясо. Сейчас всем свет потушим там. Да, выключим все лампочки. Ой, слушай, тут вообще в каком-то погребе мы будем сейчас уплазить. О, дело к ночи. Смотри. Что у нас? Блокпост. Сету сказал, что это единственный путь к бункеру. Они следят за входом. Или нет? Что? Или выход. Бункер – это перевалочный пункт для рабов. И, похоже, второй капитан явился сюда помочь оценить товар. Мне срать на всех, кто там внизу. Я просто хочу отыскать эту суку. Не понял. Не шевелись. Ты сзади? Ты сзади уже, короче. Опа, кому ты там втыкаешь? Нет, ну ты да. Мясник, а мясник. А ножом ты как бьешь ножом? Нож-то где брать? Я, ну, короче, есть такая кнопка, удар ножом. Да? А какая? У меня управо, вся управа изменена, так что. Готов. Вашего друга капитана засекли у бункера. Этот капитан уже уморил подставы подкидывать постоянные. Но только будьте осторожнее и постарайтесь не светиться. Ну, пошли, что ли? Дорога ждет. Капитан это. Нафиг мы ему вообще помогаем, он. Ну да. Какой-то он упырь. О, черт побери, слушай, там вот кто-то ходит. Вот он залетел, граната. Да че такой корявый достал, слушай? Заряжаю! Вижу врага! Собака. Собака где-то. Ой, мне кто-то тут втащил, слушай. Я его завалил. Ух ты! Я почти на нуле! Блин, стал-то нормальный. Это военные уже, это наемники уже. Да, что-то какие-то уже не те парни. Они уже покрепче вооружены. Вот черт. Сдохнешь быстро! Один патрон! Ты где-то кого-то, ты уже всех убил там. Ну, кого видел? Может, собака бежит. Где? О, патроны нашел, ё-моё. Хороший пес. Хорошая собака. Хорошая собака, да. Спасибо, пришел. Заряжаю! Там пулемет где-то. Есть прям вот стоит. Вали гранатометчика! Тут еще один пулемет, Паш. Я заряжаю. Ой, что-то мне плохо. Это мне поможет. Он оглушил. А? Завалил его. Патроны взял? Да, да, да. Нет, не брал. Тут вот, патроны? Да, да, вот, это где я. Ну, прошел. Ого, тут вообще мясо. РПГ, убейте его! Сюда откуда-то летит, не могу понять. Нашел. А, вон он за ящик. Да.
патрончики надо взять. Ух ты. Ё-моё, светово. Нужно прибраться перед уходом. Нельзя, чтобы эти говнюки нашли след. Берегитесь, гранатометчик! Шевелись, ворота открыты! Зарезал гранатометчик. Угу. Боеприпасы! Куда-то мы пошли. Или я открою? Куда-то, да. Куда-то в какие-то дебри мы, слушай. О, что-то прошли. Ага, да, на след. Дороге! Вот, сейчас прокатимся, походу. Не понял. Тоже... А, мы сначала едем туда направо, потом налево. Или просто направо. О, приехал. Так, извините, ну-ка, сейчас я подожди. Винторез. Готов? Ой, не готов, готов. Плохо, что оружие, да, вот сейчас опять надо брать оружие. Где-то надо надыбать. Ну да. Это говорит. Надо бы свое вкачать. Я хочу вам сказать, что это как бы не просто пираты там. Не то чтобы круче прежних, но точно говнистые. Вы там. Говнистые пираты. Спасибо, добрый лодочник. Добрый лодочник. Он Диман прямо был где-то. А, вон он идет. О, далеко. Убил, да? Да, да, да. Тот, который в БМПшке был. О, там еще один, слушай. Вот, я его уже вальнул. Там слева, слева, Паша, пошли к тебе. Ё-моё, их там дофига. Зарядка! В танк-то нельзя залезть? Я пошел слева встречать. Поставил я утолщенный ствол на коллаж, блин, дальность ощущения. Не дальность, а точность. Ну да, ну там большую дистанцию. Патронов не видел, Паш? Да, здесь есть, вот они. Надо зарядиться. Зарвите лифт. А, вы вызовите, постреляют. На моей я родине, же все чтобы вызвать готов. Лифт, обычно нажимают кнопку. Блин, автоматика-то уже нету, да? Как они быстро пропадают. До холма! Вон они идут уже сверху, Паш. Собаки. А, все! Я ее бью. Я ее бью. Сдохни, блин. Да вообще как это. А, Диман, за спиной у тебя. Заряжаю. Все, опять меня глушанули, я слушай. Моё. Да как так-то? Они тут такие, не угадаешь, блин, кто где. А тебя тоже грохнули, что ли? Да. Собаку, блин, не ну, собака блин. Вообще какой-то дракон, а не собака, ё-моё. Так, чё, куда мы туда?
Надо занять. Следи за дорогой! Занять оборону. Блин, собака уже бежит, собака. Где это вообще собака? Да на тебе, ё-моё. Долбаный барбос. Вот что-то уже сзади пошли. Слушай. Они сзади идут, да. С другой стороны зашли. Заряжаю! Должны были с холма идти. Почему-то с другой стороны, правда. Ну, ввели нас в заблуждение. Где-то вон он наверху. Он вполне мертв. Заряжаю! Где ты их там доходишь-то, бляха-муха? В леску их выцепляю там. Ой, отсюда пошли, слушай. Я вскрою тебя! Нет, кажется, нам не туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас завалили меня в бункере внутри. Там еще чувак тоже. А он вышел. Слева вроде бы, слева. Блин, опять меня убили. А, мочи его! Надоело спасать твою задницу. Ну, патроны кончились. Заводим. Патроны кончаются. Что, снайпер где-то? Я пустой. Уложил его. Магазин пустой. Во, мы залезли с тобой в жопу. Да не говори. Патронов, патрончиков. Где-то тут они еще. Ага, вот он ты. Держись! Еще немного! Атака со стороны пушки! Ой! Охренеть тут их. Кто-то шмаляет, снайпер откуда бьет. Вон он, вижу, сейчас я его. Ой, там еще. Нет, один я туда не пойду. Ой, еще и тачка приехала, слушай. Джип-то где? Да, где-то тут гоняет рядом. Да, блин. Слушай, вот он сюда едет. Народу идет. Еще дырка. Кто тачка стрелял? Снайпер тут где-то. Ё-моё, как тут много, а. Снайпер, убейте его! Зарядка! Блин, где снайпер-то, мать его? Хорошо, лифт на месте! Я опять на ящике с патронами сел. Лифт приехал, блин, он. Поехали. Да ладно, что-то долго он. Что-то он долго. Блин, опять калаша нету. А чё ты сразу не возьмешь снаряжение калаш? Нет, я хочу винтарь и калаш. А у меня получается только калаш, калаш и пистолет, то есть. Понял. То есть там не взять их так сразу.
никак не замутить. О, слушай, тут вообще пипсец. Наверху. Пипсец. Все, нам, короче, писец. Я сижу рядом с бочкой, сгорю. Нравится. Представляешь, насколько... Да что ты будешь делать, а? Да гляньте. Просто, но... Ну да. Ё-моё, куда мы идем? Куда-то в лягушатник какой-то. Патрончиков бы где-то надо быть. Вот они. Заказку получить. Я нашел взрывчатку. Не было бы даже. Ой, лекарство, слушай, сейчас жесть будет. Нельзя умирать. Собака! Заряжаю! Начнется сейчас мясо, походу, Паша. Мне тоже так кажется. Нам дали с патронов, нам все дали. О, тут этот хрен! Уходи, уходи, уходи! Все, уходи, уходи, уходи. Там этот хрен! Есть чем кинуть! Я могли гранату зарядил. Он базу хочет. Да какой? Нету, я же взял этот. У меня есть. А, у тебя есть? Подожди, только это. Не тяжело, а то я сейчас уходи. Уходи, 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 ребят, уходи. Давай, часову ему. Мне нашего могущего подходит. На! Берегите! Там у него мальца осталось, вообще добей его. Фу ты, блин. Вот это мы дали. Я что-то нашел. Ладно, вышли. Нежданное. Что такое? А, ты тоже взял? Нет, я не брал. Кажется, то место. Смотри по сторонам. Не, АКшник модернизированный. Буду его менять, нет. Что делать? Сейчас они, наверное, полезут, слушай. Нет тут патрончиков. Что-то они, что-то... Радио играет. Ну. Так. Наш друг добрался на западную базу. Хорошо, отлично. Пошли уже. Мурашки от этого места. Карту нашел какую-то с отметками. Да? Ну, сейчас, значит, будем выходить куда-то. Фу, ну, блин. Как будем дальше? У нас тут взрывчатка. О, взрывчатка, да. Взрывчатки мне надо. О, сейчас тут жара будет, Паш. Наверх на код надо залазить тут все. Эй, здесь снайпер, аккуратнее, здесь патроны. Блин, а я уже на трос запрыгнул. Ты просто очередная жертва!
суета. Ты куда уехал-то там? Ага, я тоже на трос запрыгнул. Ты там не видал, что ли? Поехали, тогда чё. Там снайпер! Стрель в мою башку! То, что нужно, да? Заряжаю! Вроде все, все поговорили. Нифига у меня с дроби не упор. Ладно, ладно. Не могу двинуться. Какого хрена ты здесь делаешь? Фу ты, блин. Я что-то прозевал его. Опять с мачете, блин, подбежал. Ну да, этот секир башка этот. Нет, чё, где патрончиков? О, давай, да вообще тут темно еще, ни хрена не видать. Вообще все серьезно. Когда уже день будет? Где этот хрен капитан, этот подставщик? Вон они, Паша. Вот тут наверх, может быть, пропробовать. Давай, я понизу пошел. О, они там бегают наверху, слушай. Заряжаю! РПГ! Тут что-то есть. Там еще хрен с РПГ наверху. Да, это он мне походу тащит чисто. Я чуть не умер. Берегитесь, гранатометчик! Заряжаю! Так, ну, понизу чисто. Ну тут еще да, так терпимо вроде идем. Какой труп? Мы уже убегаем отсюда. Убегаем отсюда. Пока нам там бананов не намялили. Уж тут шахта какая-то. Ё-моё. Плыть надо, короче. Как прыгаешь, туда же, наверное, да, и плыть сразу. Да, плывем. Тут сплыть можно, Дима, нужно. Не утонешь? Я уже вылез. Мы теряем время. Заводи. Нифига он сидел тут прям перед этим, перед самым носом. Голову. Что, выходим? Да пойдем потихоньку. Так, вроде чист. Совсем нет времени. Движок прогревается. Заряжаю. Это была засада, Паша. Походу. Я уже понял. Они со всех сторон. Блин. Заряжаю. Легко. Я почти пуст. О нет. Все, блин. Да некуда. Блин, у меня нету этих патронов, ни хрена. У меня винтарь остался, все. Дело. О, все, пошли. Там автоматик нигде не падал. Сезам откройся. Вот они патроны, Диман, лежат. Где? Вот черт побери.
Тут вообще жара, хрен назад. Блин, тут этот хрен пришел. Все, да, пиздец, да, да, короче. И эти сверху накрывают медным тазом, поливают. Охренеть. Все, гейм овер. Вот это быстро нас расчехлили. Ну-ка я попробую автомат сейчас взять. Где у меня АК был? АК, АК. Я что-то не ожидал, что так будет. Попробую с автоматом сейчас. Сейчас балкон открою. Не открывают дверь лебедкой, надо завести тачку. У нас тут взрывчатка. Тут что-то душно уже. Выстрел в башку. Жмури. Надо как-то, может, наверх туда подняться. Не, навряд ли наверх подняться можно. Надо посмотреть. Ты сразу не бери машину, машину не бери. Ладно, ладно. А, давай попробуем, да, вот патроны у меня вот здесь. Посмотреть, как можно тут наверх залезть, нет? Совсем нет времени. Тут никак не прокатывает, слушай. Что-то валялось, блин, только что. Все уже не валяется, писец. Просрал я. Остался с пистолетом и автоматом. Так. Ну все, включаем машину. Не запрыгнуть наверх, короче, тут нам никак. Все, началось. Сейчас придет этот дровосек опять. Вот он идет. Он уже здесь. Дровосек здесь, как заказывали. Че, он еще живой? Нет, все, здоровяк лежит. Фу, да ладно, ё-моё. Срочно надо мне поменять, а кто этот пистолет нафиг поменял. Нашел! Надо тебе огнемет. Заряжаю! Не, я бы это не делал. Че, уже выходим? Ну да. Можно двигать дальше. А, вот, черт, что-то прошли мы тут. Враг наступает! Мы на возвышении! Фух. Так это может полностью миссия, нет? А, это нет, сейчас будет этот соревнование. Соревнование, кто, да. Кто сейчас больше гранатами кидаться? Кто больше накидает? Ну да. А мы им тут напихаем бубликов. Как кидать-то? Ищите. Ты, Паш, как кидаешь-то? У меня на Z. У меня все поменено, поменено же, я тебе говорю. А у меня вообще не берет он гранаты. А, вот, я нашел, как ножом бить F. Слушай, как их кидать, эти гранаты? Един батон. Слушай, я не могу кидать, у меня не настроено на пульта, походу. Блин, ну фигово, чё. Они тоже кидаются, кстати. Да? Блин, теперь я присел. Короче, закидывай их, Паша. Я не знаю, как их кидать.
Как гранаты кидывать? Ну-ка. А, С присесть. В. РТ. Блин, а что же по умолчанию-то? А я не знаю, что по умолчанию. На X пробовал? Да. Не-а. У меня чат начинает писать. Короче, кидай, закидывай их. Хорошо. Все. Все, наконец-то. Наконец-то. Надо будет мне посмотреть потом в настройках. Что делаем, что делаем? Через ворота. Ну. Че, наверное, пойду я опять с этим, с калашом. Хотя нет, у меня калаш же был какой-то с этим, с прицелом, слушай. Один, два, ну-ка, давай попробую два. Что-то прицел какой-то ставил. Так ни хрена я не понял, поставил я его или нет. Как говорится, из одной жопы, да сразу в другую. Во-во, с одной жопы в другую. Ой, прям, блин, точно он прям, подписал прям, нашу ситуацию. Прям по-серьезу так, ну. А, ну тут все, вперед, наверное, бежим. Чего тут вместе с машинами нет? Он будет... О, слушай, их тут много и собака. Четыре друга и четыре танкиста и собака, короче. Сейчас, подожди, я поближе. Собаку надо вальнуть, слушай, первую. Вон он, убейте подонка! Ай. Ты тут? Да. Давай я собаку. О, вот это мы им там устроили. Сюрпризик. Вот это мы хорошо их. Сейчас чувствую, они пойдут с другой стороны, Паша. И собака. Да. Четыре танкиста и собака, блин. Нет, вроде нам туда дальше идти. Да? Я думал, там пулемет для тут нас патроны, специально. Патроны справа сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Че ты не берешь-то, ё-моё, патроны? А полный, наверное, слушай. Слушай, я даже не хочу туда идти, там вообще все же. Ой, слушай. Там куча, я не знаю, тут 8 пробежалось. Слушай, ну не так еще плохо, как ты сказал. Ну да. Они как кучканулись вокруг. Слушай, тут лабиринт вообще какой-то, походу. Пора разнести тут все нахрен. Пора, бы. Ну что, взрывчатку я нашел. Есть! Смотрите, баба! И че, куда мне тут эту хрень тащить? Паша, прикрывая, понес. Да. Я с тобой. Что-то я не пойму, где тут. Куда ты сюда, Диман? Налево, да? А, наверху, вон, наверх по лестнице. У нас есть бомба и вышка, которую надо снести. 2 + 2 = 3. 3, ё-моё. Так, вышка, слушай, тут дети. А вот она, вышка. А нету ни... Вон, есть, там Паша, двое. Двое впереди под вышкой. Вышка и направо. И направо второго бери. Бери его. Ой, слева, Паша, слева. Слева двое. Давай, бери вот этого, он меня сейчас завалит. Да японский, Паша, спасай. Нет, уходим, я еще живой. Уходим. Да я пытаюсь. Блин, я весь. Да. Не успел уйти. Не хватило сил у меня, слушай. Я бы не стал сидеть на месте, а выкурил бы их оттуда. Воспользуйся лифтом. О, мою же взорвали. Снайпер за спиной. Сзади? Да. Я снял уже обоих. Они прямо рядом были. И опять, и в лоб вышли опять. Да, сейчас я отступил тут маленько подлечиться. Опять где-то. А где лифт?
я не знаю. А лифт где-то не там. Они могут связаться с капитаном. Нужно убить их. Пошли за бомбой. Там у тебя война какая-то, ты уже где-то там воюешь. Все в укрытие! Ой, я лекарство нашел. Блин, что-то их вообще не пробить, слушай, какие-то. Ну да, но эти наемники, они уж прям не пираты, они там в трусах ломают. Заряжаю! Давай, выкурим этих засранцев наружу! Это тоже бронированные. Да, это серьезные чуваки. Там снайпер! Стрячь свою башку! Снайпер! Прикурите. У меня патроны кончились. Магазин почти пуст. Бляха, опять снайпер. Иван, я пошел по патрону стоять. Давайте, слушай, хотите, у меня тоже есть. С патронами шляпа, слушай. Вот, у меня так же. Давай я бегу к тебе туда же. Еще и снайпер тут где-то сзади. Где патроны-то, ё-моё? Тоже нету. Да ладно. Нету. Да. Писец, а как нам будет? Намного хуже. Слушай, у меня осталось 3 ракеты. А у меня вообще, по-моему, ни хрена. Снайпер, у меня 2 патрона и все. Проклятие, снайпер! Надо просто проходить. Вон они На тебе цель. Обнаружена. Справа вон патронов. В доме в этом, по-моему, или нет. Помню. Да, в доме, походу. Писец. Я заряжаю. Вот они патроны. Все, будем сидеть тут, тут в этом доме. Тут изучал снайпер. Где-то снайпер. Перезаряжусь по полной. Готов. Где снайпер? Только что вводил его тут. Где ты есть? Ах ты, он уже свалил. Где-то он тут был. Все, я снова. Заряжаю! Так, надо зарядиться. Снайпер, убейте его! Так, все, бомбу. О, снайпера вижу. Стой, стой, подожди, Паша. Вот как надо делать! Заряжаю! Что-то еще где-то откуда-то снайпер будет. Ах ты! Где-то опять тут пуляет. Где он? Да где ты есть, а снайпер? А вот он прям тут стоит. Ай, стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это гамасек пришел, тут опять железный. Да-да-да-да-да, я его тоже увидел. Убегай, Паша, вокруг ящика! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я промазал. Блин, Диман, он меня залагает. О, все, ты его вроде. Заряжаю! Запомни, ты не из брони. Вот. Почти пуст! Так, бомбу надо занести в это. В лифт. Сейчас. Я взял его пулемет. Взял его пулемет. Так. Все? Андрей! Так,
Отправили им посылку. Посылка ушла, короче. Давай, может, отойдем, может, сейчас тут как шашундарах. Давай, я сейчас опять. Давай, блин. О, ты был прав. Все. Слушай, тут еще какая-то бомба. Прикройте, у меня руки заняты. Ой-ой-ой, здоровье. Опять, что ли? Да, идет. Как бросить тебе? Я ему в лоб прям запустил ракету. Собака где-то. Собака. Она меня грызет. Плохой парень с огнеметом. Заряжаю. Ей как больно. Нужно спешить. Все, он меня сжёг. Ай, Диман, убегай. Некуда, блин, бежать некуда. Снайпер, убей его. Снайпер, мать его. Убегай, убегай, убегай. Бляха. Заряжаю. Давай Шесть. Вокруг ангара и меня. А где ты есть-то? Налево, а, налево. Да, 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 да. И туда направо. Сейчас отлично, направо убери. Парень с огнеметом. Поджарил меня, он поджарил. Ковбой ожог. Убегай, убегай, убегай. Там смотри, снайпер где-то должен быть наверху, по-моему. Где это? Снайпер вон он наверху, бляха, справа. Вот. Да ё-моё, промазал. Чё, снайпер? Идет, идет к тебе, Паша, идет, он уже за углом практически. Давай спасай меня, меня спасай. Фу ты, блин, отстояли, короче. Охренеть. Это было жестко. Сейчас перезарядиться, на патронов набрать. Мне надо найти, где, блин, эти гранаты. Я и бомбу бросил там. Гранаты, да, на что-то должны, я не могу макаться. Так, куда идем там мы с пятачком? Куда-то вниз надо, куда. А, вот сюда и идем, короче. Тут дверь открылась, блин, эта хрень сюда идет уже. О, прям здесь. Бомба установлена, уходим! Пошли. Давай, 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 давай. Давай туда к ящикам, может быть, побежали. Накрыл целую сеть работорговцев. Охренеть, какой я полезный. Нормас, прошли. Фу, пивнуть водички хоть. Это скажи, да? Что карта еще у нас. А, у тебя ты ж карту какую-то находил, по-моему. Да, да, да. На спине купола какие-то. Да я тебе говорю, ты точно какой-то авторитет. Слушай, все, прошли, да? Да, прошли. Ну все, вот, друзья, прошли очередной этапчик у нас тут был. Потушили свет всем, как обычно. Да. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, поставьте лайки, подписывайтесь в группы. Всем удачных просмотров. Все, всем пока. Всем пока.